spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлен многофункциональный аксессуар от компании Sprut. Он сочетает в себе практически все необходимые инструменты, которые могут понадобиться во время рыбалки. И не только на водоеме. Такой девайс найдет применение и в путешествии, в быту или в походе. Он компактен и практичен, выпускается в нескольких цветовых вариантах. Давайте поближе его рассмотрим. Есть несколько моделей, отличных по размеру и весу. Длина самой крупной модификации 190 мм, а у плоскогубцев в кадре 170 мм. Масса составляет 129 и 93 грамма соответственно. Учитывая тот факт, что в первую очередь аксессуар является рыболовным, для производства использован легкий и прочный алюминий. Так что при частом контакте с водой будет осуществляться защита от ржавчины и дальнейшей поломки. У некоторых пассатижей в рукоятях имеются отверстия, которые, однако, не снижают надежность конструкции. Здесь же мы видим мягкие, противоскользящие вставки. На ручках предусмотрены выемки под пальцы, обеспечивающие более крепкий и уверенный хват. Кстати, инструмент имеет пружинный возвратный механизм, и поэтому им легко работать одной рукой. Перейдем к функционалу. Специальный концевой зуб необходим для того, чтобы с легкостью разжимать заводные кольца размером от среднего до крупного. Весьма удобное приспособление для смены крючков на воблерах или брестах. Далее идут обыкновенные плоскогубцы. Используя их, вы сможете без особых усилий, а главное более безопасно, извлечь приманку из пасти хищника. Есть несколько выемок, которые помогут согнуть разогнутый крючок до первоначального положения. Инструмент для обжима трубочек, дающий возможность сделать необходимое количество поводков как дома, так и непосредственно на водоеме, ну или подправить имеющиеся в процессе рыбалки. И что самое важное, здесь имеются кусачки для лески. Они очень острые и с легкостью перерезают даже плетеный шнур. Еще одним плюсом является то, что ножи кусачек сменные, и при необходимости их можно снять и установить новые. Для защиты аксессуара от потери в комплекте уже предусмотрен ретривер пружинного типа длиной около 11 см. С одной стороны, он с помощью металлического кольца фиксируется на одной из ручек. С другой стороны, мы видим свободную петлю. Здесь можно закрепить карабин и подвесить инструмент на одежду, рыболовную сумку или рюкзак. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.